центре Новосибирска образовалась такая дыра. Некоторые пользователи соцсетей окрестили ее «дыра в ад». Я решил посмотреть на эту дыру и, приехав на место, увидел, что рабочие начали заделывать эту дыру. И вот мы с вами видим, что дыра практически заделана. Теперь больше не будет сквозить из ада. Что самое интересное, что эта дыра из ада образовалась рядом с часовней. Друзья, будьте осторожны на дорогах.